Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Cooking with Rima. И сегодня мы будем делать традиционную самсу. Для этого нам понадобится мука, вода, топленое масло, растительное масло и соль. Точное количество ингредиентов указано в описании под видео. В миске делаем лунку и начинаем замешивать мягкое тесто. Наливаем воду. Кладем соль. Наливаем растительное масло. И замешиваем мягкое тесто. Тесто у нас мягкое, теперь мы его закрываем, откладываем в сторону на 15 минут. Тесто у нас полежало, теперь мы его делим на части и делаем шарики. Каждый шарик раскатываем в тонкий пласт. Раскатанный пласт теста смазываем тонким слоем топленого масла. Скатываем тесто в тоненький рулетик и откладываем в чашку.
Берем второй шарик и точно так же его тонко раскатываем. Смазываем маслом. И накручиваем его на первый рулет. Повторяем все эти действия, пока у нас не закончатся шарики. Готовые завернутые рулеты мы ставим в холодильник, желательно в морозилку на 30 минут, в холодильник на 1 час. Пока у нас тесто находится в холодильнике, мы начинаем делать начинку. Для этого нам понадобится мясо, лук, гумин, кориандр, соль и черный молотый перец. Мясо нарезаем мелкими кубиками. Лук нарезаем мелкими кубиками.
Нарезанный лук складываем в миску с мясом. Добавляем специи: кумин, кориандр, черный перец, соль и все хорошенько смешиваем. В конце добавляем растительное масло и еще раз хорошенько перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и откладываем в сторону. Тесто наше готово, оно постояло на холоде, теперь можно его раскатывать. Режем наше тесто на столбики размером 4 на 5 сантиметров. Тесто у нас получилось слоеное. Посмотрите, сколько много слоев. И без лишних усилий. Все столбики раскатываем в тонкие кружочки. Чтобы наша самса была аппетитная и красивая, надо приготовить смазку. Для этого берем желток и смешиваем его с молоком. Тщательно взбалтываем. Также нам понадобятся семена кунжута, который мы будем насыпать сверху на самсу. А еще семена мака. Они придают особый аромат самсе, поэтому ее обязательно надо использовать.
Приступаем к лепке самсы. Накладываем начинку. Склеиваем в треугольник. Смазываем самсу взбитым желтком. Посыпаем мак. Затем кунжут. В разогретую духовку на 180 градусов по Цельсию или же 375 по Фаренгейту ставим на 50 минут. Наша самса испеклась. Теперь будем пробовать. Самса получилась очень сочная, хрустящая и очень вкусная. Приятного аппетита! С вами была Cooking with Rima. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все ингредиенты рецепта указаны в описании под видео. Готовьте с удовольствием!